Яндекс Ньюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили». Олег Пеков в студии. И вот сегодня мы поговорим о событии, которые, ну вот, наверное, такое событие действительно в театральной жизни Латвии. И спектакль, который был показан вот в прошлом летом на Авиньонском фестивале, произвел большую сенсацию, сейчас показывается по всему миру. И Латвия оказалась в этом счастливом списке тех стран, где проходят гастроли вот этого спектакля Кирилла Серебренникова «Outside». И в нашей студии исполнитель главной роли, американский актер, который играет в русском театре. Вот такая парадоксальная, удивительно, тоже интересная судьба. Одри Байрон, здравствуйте, добрый день. Один Байрон. Ничего. В спектакле «Outside» вы играете практически Кирилла Серебренникова. Ведь, ну, хотя это имя не произносится вслух, но это его альтер-эго. Что сложнее, сыгралось было Гамлета или Кирилла? Вы играли Гамлета, я просто знаю. Ну да, да, в студенчестве я играл Гамлета, но на самом деле подход такой же. И когда мне предложили роль Гамлета, естественно, мне было страшно, и подумал, что надо будет вдруг играть с такого известного персонажа из английского канона, Шекспира, все было страшно, задача большая, но, конечно, подход к этой роли, к роли как Гамлету или роли как Кирилл Серебренников, такой же, просто не думать об этом, это не важно, не думай о том, что как-то тебе придется играть с какого-то неизвестного человека, который, может быть, уже миллион раз играли, просто надо найти своего человека в этом персонаже и играть. И так же было с Кириллом. Я на самом деле не играю Кирилла. Понятно, что все как-то... Это все его мысли какие-то, даже его стихи, это его переживания. И это все как-то меня информирует как артист. Но дальше это совершенно другой персонаж. Это персонаж Беглец. Его зовут Беглец. Угу. И все. Насколько вот вы, готовясь к этой роли, представляли себе, вот что это будет, что вас ждет, насколько вот Кирилл Серебренников удивил, я понимаю, вот труппу, как вот самой идеи этого спектакля, потому что он действительно очень необычный и непохожий. В начале, конечно, вот наши репетиции разделились на две части. Первая часть, когда мы только начали, получили сценарий, Кирилла еще не было. Он еще как-то жил дома под домашним арестом. Мы получали от него только записки, иногда получилось как-то встретиться, увидеться, он передал какие-то вот свои видения и так далее, как-то с нами разговаривали, разговаривал быстро, когда у него было как-то какое-то свободное время от судов и так далее. Но, в принципе, мы не виделись. А потом вторая часть репетиции, как-то вдруг, неожиданно его отпустили из-под домашнего ареста, и мы могли опять встретиться. Это было здорово, это было как будто этих двух лет не было. Он просто вошел в репетиционный зал, мы все сошлись, и как будто этого времени не было. Репетировали, как всегда. Что этот проект представлял из себя, я не могу сказать... Ну как, мы, естественно, смотрели сразу все работы Рена Ханга, да. Китайский художник. Это был самый главный, так понимаю, искра для Кирилла, его работа, и что это работа для него изначала. Вторая мысль, насколько я понимаю, для Кирилла, что стало важно для него, это была такая странная идея, случайная встреча двух художников в клубе Берхайне в Берлине. Это Роберт Мейплторп, который, да, американский фотограф, известный из 60-х, 70-х годов, и Рен Ханг, то есть два художника, которые в своих временах сделали практически одну и ту же вещь, как-то их краски были очень похожие, но по версии Кирилла совершенно разные люди, которые на самом деле не о чем разговаривать. И вот он как-то выстраивает в спектакле такую случайную встречу. Ему было интересно как-то об этом и думать, как они могли разговаривать друг с другом. Искусство – это провокация, потому что действительно этот спектакль провокационный точно так же, как и искусство. Ну, там воспроизводится, я понимаю, вот фотографии Рена Ханга, они новее. Mm-hmm. Ну, то есть, казалось бы, ведь очень просто было показать эти фотографии, но они оживают у нас на глазах. Ну, это все-таки театр, да. Если хотите просто посмотреть фотографии Роберта Мейплторпа или Рена Ханга, это можно купить огромную книгу «Ташен», которую они выпускали при жизни художника Рена Ханга.
Ханга, практически всю его работу. И Мейпл Торп, и его работа известна по всему миру. Но это все-таки театр, это все-таки Кирилл, и Кирилл как-то умеет это все оживлять. У нас как-то очень много тем разных, включая его личную тему, его личную историю, его личные переживания во время его домашнего ареста, когда он сидел дома, и было только окно, и искусство в голове, и тень на полу, с которой можно было разговаривать, и на этом все строится, весь спектакль. Реакция публики была совершенно противоречивой, то есть в конце устроили просто овацию, там вас долго не отпускали со сцены вчера, но были ведь и те, кто уходил из зала, то есть вот на каких-то, ну, действительно провокационных, шокирующих сценах, когда там актеры появляются голые на сцене, то есть вот не все готовы, вот насколько искусство обязано провоцировать, и насколько для вас вот театр Гоголь-центр вот стал тем местом, где, ну вот близким театром по духу? Так, насчет провокации, вообще я учился в школе-студии МХАТ у Константина Аркадьевича Райкина. Один из наших педагогов на курсе был Виктор Анатольевич Рыжаков, известный режиссер. И он всегда нам говорил, во-первых, он говорил две вещи всегда, я помню. Он говорил, что, во-первых, театр – дело молодых. И, во-вторых, он говорил, что театр – это провокация, актерская игра – это провокация. Ты выходишь на сцену, провоцируешь, и все. Как-то это и есть наша краска, наш материал, чем мы работаем на сцене. Конечно, провокация может по-разному провоцировать. Можно интеллектом провоцировать, можно визуально провоцировать. А тут, не знаю, почему голое тело это такая провокационная вещь, но, видимо, в наших современных и российских, может, латвийских и других обществах сейчас это является очень-очень провокационным почему-то. Потому что мы, так сказать, может быть, в наших этих западных культурах мы привыкли скрывать это все. А Рен Ханг даже произносится такой текст в спектакле, что Рен Ханг, я просто делаю то, что я показываю жизнь, какой у меня есть. Я показываю людей в их самых натуральных как-то позициях и атмосферах. И это самое главное. То есть провокация тут является, как это сказать? Это не провокация, просто показывать голое тело. Но мы об этом настолько забыли, что это становится в современной культуре, это становится провокацией. То есть это вполне себе органичная вещь. Но мы об этом забыли, мне кажется. Продолжая тему, вот актер должен быть молодым, актер должен быть красивым. То есть, в принципе, вот такое ощущение, что вот театр Серебренникова, в принципе, воспевает красоту человеческого тела. Да, красота человеческого тела, точно, особенно в этом спектакле. Ну, как-то, если заметить, я не раздеваюсь, у меня не такое тело, как других, понимаете? Но все равно красота такая вещь. Да, у нас физическая красота в этом спектакле, но мне кажется, даже если не все артисты с такими красивыми телами, у всех моих коллег есть харизма, есть человеческая, духовная какая-то красота. А это тоже очень манит Кирилла, и вот поэтому, мне кажется, мы все работаем вместе. Красота является и духовный такой. Это еще и интернациональный проект, поскольку самого художника, вот Рена Ханга, играет Евгений Сангаджи. Да. А еще также появляется Ян Гэ, актриса китайская, то есть вот, и американский актер. То есть вот это вот было идеей изначально сделать такой. Если на мировой сцене мы не можем дружить между Китаем, Россией и Америкой, хотя бы на сцене Гоголь-центра и в других проектах Кирилла мы можем дружить. Да, я думаю, как-то однозначно Кирилл имеет в виду, и очень как-то я бы гордился такой командой, что у нас вот настолько такая разнообразие. У нас украинские артисты, у нас русские артисты, китайские, американские. Это прекрасно. Как происходит вообще это общение? Ну, вот на русском языке. На русском языке. Да, язык, как-то язык нашего театра, нашей работы и нашего творчества, русский язык, что, конечно, как-то удивительно и прекрасно, я считаю. Я понимаю, что все обладают еще какими-то дополнительными такими талантами. Например, вот Ян Гэ, я понимаю, что она переводила стихи Рена Ханга. Да, она помогала помогала, я так понимаю, Кириллу связаться с Реном Хангом изначально тоже, потому что они переписывались, они должны были встретиться, но потом вдруг как-то Рен Ханг выпрыгнул из своей квартиры и как-то совершил самоубийство. Так что это буквально за два дня до встречи. Да, они переписывались с Кириллом, они должны были встретиться. И, к сожалению, в это время все.
Вот вы получили, казалось бы, такое классическое образование школы-студии МХАТа, и вот что вас привело в итоге вот в Гоголь-центр? То есть я понимаю, что есть театр такой, который ставит русскую классику, театр, который более какой-то традиционный, и в котором, ну, не считается как бы хорошим тоном вот что-то отходить от канона, а есть театр более раскованный, экспериментальный. Вот почему вот вы, вроде бы получая образование совершенно классическое, пришли к Кириллу? Во-первых, у меня такое ощущение, что я очень ценю традиционные какие-то образования. Я считаю, что образование – это такой этап в жизни молодого человека, формирующегося человека, когда надо найти какие-то конкретные правила. И именно от этих правил тогда молодой человек, который обычно имеет уже свойство протестировать, как-то согласиться или не согласиться. Я нашел как раз вот топливо в этом. В том, что там был действительно в школе студии МХАТ, там это традиционная русская школа актерства и так далее. И я чувствовал все эти правила, но я не понимал тогда сам, что я хотел. Поэтому эти правила были очень нужны. А потом, после образования, после того, как я выпустился, я вдруг понял, что я не согласен с этим. Я не согласен с этим правилом, с этим законом. И именно на молодой этой энергии, этой желании, на почве этого желания найти свое и идти в другую сторону, не понимая, что там, но понимая, что я хочу искать, потому что поиск, я считаю, это все равно самое главное в жизни. Я смог конкретно сказать, что я не хочу стать таким, я с этим не согласен, я иду в эту сторону. И, к счастью, в этот момент Кирилл Семенович мне написал, я был в Штатах тогда, на какое-то вот такое время я взял полгода, чтобы жить дома опять в Штатах, и Кирилл мне написал и предложил роль Чичикова, Павла Ивановича Чичикова в «Мертвых душах». В той постановке, которую вот он создал здесь, в Риге, как раз с латышскими артистами. И все, и это было очень удачно. Я, конечно, когда Гоголь-центр создавался и открыл, они открыли свои двери в Москве, я на это смотрел с интересом. С Кириллом я не был особо знаком, но, видимо, он был знаком со мной, с моей работой, по крайней мере. Я очень рад, что он имел меня в виду, потому что он дает мне возможности делать все, что я, скорее всего, очень хотел попробовать и делать. Он дает мне возможность петь классическую музыку на сцене с профессиональными певцами. Он дает мне возможность с Женей Кулагиным и с Иваном Евстигнеевым танцевать в профессиональных как-то обстоятельствах, спектаклях. Это все я всегда был, меня всегда притягивал танец и музыка. И я всегда хотел найти этот синтетический театр, где это все можно совместить. И Кирилл, как никто, занимается для меня синтетическим театром. Так что, не знаю, я считаю, что я нашел свое место не только из-за этих возможностей, которые он мне дает в работе, а из-за того, что я полюбил своих коллег просто окончательно. Это лучшие мои друзья, эти коллеги, я им доверяю полностью и просто очень радостно с ними работаю. Я никогда не найду таких людей больше. Но вот я хотел как раз сказать, что вы в спектакле поете и танцуете. Вот что должен вообще уметь актер? Что режиссер может требовать от актера? Ну, то есть, вот необходимо действительно уметь петь, танцевать, владеть своим телом? Нет, не обязательно. Как раз вот мой лучший друг, который в Москве, он не играет в этом спектакле, но он играет в главных ролях вместе со мной в других спектаклях в Москве. Я не могу сказать, что он музыкант, он поет, он двигается как-то очень... Он пластичный человек. Мне кажется, действительно надо быть пластичным. Невозможно выходить на сцену и быть деревянным. Скорее всего, не обязательно петь. Мне кажется, Кирилл очень ценит музыкальность. И, может быть, этот мой друг как-то не музыкант, не певец, но он музыкальный человек. Он понимает через пластику и через свою речь, как это все совместить. Причем он просто гениальный артист. Он просто гениальный. У него харизма просто, чересчур харизма. Мы сейчас буквально ненадолго прервемся, маленькая пауза, после чего вернемся в нашу студию. Один Байрон, актер Гоголь-центра и, ну, естественно, давайте не будем скрывать, Фил Ричардс из «Интернов» у нас. Было дело, да. Микс Ньюс.
Продолжается программа «Встретились, поговорили». Один Байрон, американский актер, который долгие годы, 15, если я не ошибаюсь, лет живет в России. Да. И вот когда вас писала американская пресса, мне очень понравился действительно вот заголовок «Most famous Minnesotan you've never heard of». То есть вот самый знаменитый житель Миннесоты, о котором вы никогда не слышали. То есть может ли в Америке, понимают ли, что у вас, ну вот вас знают в лицо, вот аудитории, ну благодаря вот сериалу «Интерны», понятно, и роли Лила Ричардса, там писали 4 миллиона, но я думаю, что это можно смело умножать на 10, 20, 30, то есть ну, практически каждый видел вас в лицо, и при этом, вот приезжая в Америку, вы сталкиваетесь, может быть, с тем, что... Ну... Никто меня не знает, и это прекрасно тоже. Я рад, что как-то Штаты остаются пока для меня такое нетронутое место детства, и там родители, то есть папы, и там дача, и там природа, которую я очень люблю, и можно там просто отдохнуться от всего. А, да, ну действительно, да, в России другая история, рабочая такая, публичная история. Вы частенько в интервью как бы выражаете сомнения, говорите, что я не знаю романс России, на всю ли это будет жизнь, и вообще буду ли я актером всю жизнь. То есть это действительно так? То есть вы не поменяли вы... Это действительно так, да, у меня есть свои сомнения уже как-то, и как я взрослею, эти сомнения становятся более и более ощутимые, мне придется как-то, мне кажется, любой человек придется в каком-то моменте в жизни разобраться с этими сомнениями. Но действительно, я это не ожидал, я это, к этому не стремился, чтобы 15 лет жить в России, я не жалуюсь ни на секунду, это прекрасный и удивительный и удачный приключения, я это называю приключением, скорее всего, чаще всего. Хочу ли я оставаться в России до глубокой старости? Нет, у меня нет таких планов вообще. Я бы хотел вернуться домой в Штаты когда-нибудь. Даже, может, играться на своем родном языке было бы неплохо в каком-то моменте. Но как это сделать? Каким путем? Я же не собираюсь бросить своих коллег и друзей, и творчество, которое уже как-то, и карьеру, которую уже построил в России. Это все, конечно, очень ценное мне и важное. Но что будет дальше, посмотрим. А хочу ли я оставаться артистом, работать с артистом всю жизнь? Тоже как-то, не знаю, во мне достаточно много интересов. Я очень люблю, я уже говорил, к музыке, к танцу. Может, уже поздно мне стать профессиональным танцором в моей жизни, но есть такой момент. И к кухне. Я вообще учился на повара полгода, когда я был в Штатах пару лет назад. Я обожаю кухни. Мечта открыть ресторан. Я считаю, что это был бы очень интересный путь тоже. Ну, посмотрим. Рига, насколько вот я знаю, что два наших режиссера из Латвии, Алмар Синьков и Наставшев, они ставили как раз спектакли с вашим уже участием. Да. Как уже двух спектаклей играл у них. Да. И вот насколько ваше отношение к Риге, насколько этот город сыграл какую-то интересную роль в вашей жизни, насколько вы слышали, знали о нем? Ну, Рига действительно пока играет в моей жизни какая-то очень... Ну, как-то занимает, скорее всего, очень интересным местом в моей жизни. Я приехал сюда, это уже пятый раз я сейчас в Риге сейчас. А первый раз я был студентом, это в каком году, скорее всего? Это был, может быть, в 2008 году, 2007. Я приехал, потому что я услышал, что Михаил Барышников будет здесь танцевать. С Анной Лагуной. У них был спектакль «Дюэт», кажется, назывался, типа того. С моим коллегой Казимир Лиски, который тоже учился со мной в школе-студии МХАТ, мы приехали сюда, купили самые дешевые билеты, сидячие, на поезде, кажется, 900 рублей тратили, и поехали в Ригу. Я, в принципе, мы оба любим вот так путешествовать, приключения такие, особенно поездами ехать, я это очень люблю. Приехали, мы гуляли по всей Риге с Михаилом. Он фотографировал все эти дома, мы разговаривали об искусстве, о России, об Америке, обо всем. Это было удивительно, какие-то пару дней смотрели его спектакль. Два раза, первый раз мы сидели в первом ряду, они ставили столько лишних рядов, потому что столько желающих на этот спектакль, что мы сидели просто носом на авансцене, вот так. И потом второй раз напросились еще раз, и они нас посадили за кулисами. И мы смотрели, как Анна Лагуна и Михаил Барышников готовились выйти на сцену. Это было просто... Я не могу это описать. Просто гиперпрофессионалы выходят как дети. Просто, ей-богу, они шутили друг с другом. И я даже помню, что Михаил Миша сказал Ане в последнюю секунду...
ну, как-то надо готовиться, сейчас выйти на сцену, надо отдавать всю свою энергию, потеть, все будет сложно. А он просто смотрел на нее, он сказал «cervezas», что на испанском означает «пиво». И это просто удивительно, как студенты, они вышли на сцену, думая только о том, что можно после спектакля выпить пиво. Это было прекрасно, это был очень хороший взгляд со стороны этой профессии. Вот. А еще два раза потом съездил за последние годы, познакомился с Владом Наставшевым в Москве, съездил с ним тоже как-то встретиться здесь, в Риге, гулять с ним, просто говорить тоже об искусстве, о театре здесь. А, и в ноябре, я был в прошлом ноябре, в прошлом году, и опять второй раз встретился с Барышниковым, с его женой здесь. Опять просто сидели с вином и говорили об искусстве, о жизни, о переживаниях, об этих моих сомнениях и так далее. Я очень ценю его взгляд. Он тоже такой человек, который уже непонятно, кем он и где он. На английском он разговаривает с акцентом, на русском с акцентом, но он все как-то... Ну, он просто такой мультикультурное существо такое, которое умеет и нашел свой путь в разных странах и по всему миру. Я считаю, это, я бы хотел такую карьеру, мне кажется. В русском языке есть слово «космополит». Ну, да. Оно было как раз таким, ну, в годы Сталина, наоборот, клеймом на человеке. Но это, в принципе, вот означает ведь человек мира, человек, который абсолютно... Можно ли вас вот назвать действительно космополитом в этом смысле? Что... Это уже вам виднее как-то, да. Я бы хотел стать, скорее всего, таким человеком, который просто сливается во всех обществах, во всех средах. Как Миша. Это было бы... Можно. Я бы хотел, чтобы меня так назвали, скорее всего. Человек без гражданства, который умеет как-то между всеми странами как найти общий язык. Дипломат такой культурный. Я думаю, что многие поражаются вашему знанию русского языка. И вот как удалось... Вот во всех этих тонкостях, потому что именно вот ведь игра на сцене, она требует и запоминания огромного количества текста, и вот его, ну, действительно артистичного произнесения. То есть как это, вот как это удается, просто кажется... Я не знаю, я не задаю эти вопросы. Как-то у меня это получается, ну, память у меня хорошая с текстом, могу выучить и как-то воспроизвести несколько раз. А как это получается на русском, я не знаю и не хочу задаваться лишним вопросом. Я боюсь, что это правда магия какая-то, и как только ты начинаешь задаваться такие вопросы, сомнения начинают как-то протекаться, и все, тогда это можно все, у меня такое ощущение, может все рушиться. Да, действительно, я выучил русский интересным путем, потому что я учился студентом в актерском вузе. Мне пришлось очень быстро находить какой-то общий язык с моими однокурсниками, потому что я приехал без знания языка, ты без юмора, ты не умеешь как-то за себя застояться, ты не умеешь выяснить свои мысли, прояснить свои мысли, высказать что-либо. Ты просто какой-то немой, тупой. Я таким ощущал на курсе. Мои однокурсники не понимали, что ты тут делаешь, что ты хочешь от нас. И мне пришлось как-то найти с ними общий какой-то язык достаточно быстро. А потом еще дали мне текст Пастернака, Пушкина и так далее. Надо было все выучить. И не только выучить, а как-то научиться, даже не произнеся каждое слово идеально, но пробивать свои мысли, о чем ты хочешь рассказать. А на самом деле это в корнях актерство и мастерство. Неважно, о каком языке, с каким акцентом ты разговариваешь. Если ты хочешь что-то донести до зрителя, и ты на связи с ним, все, ты будешь держать их внимание, пока у тебя такое требование внутри. И у Константина Аркадьевича Райкина самое важное, которое я, пожалуй, научился у него, это был, пожалуй, самый простой. Он очень часто нам говорил, когда вы говорите на сцене, просто смотрите на зал и постоянно спрашивайте. Понимаете? Вы поняли? Поняли? Вы поняли? Вы поняли? Это постоянная связь, что как-то они понимают тебя, они с тобой идут, они за тобой идут или нет. Это очень-очень-очень важное умение, навыки, правила. А какие-то вот детали, которые, ну вот, например, я понимаю, что в английском языке все-таки нету такого деления на «ты» и «вы», вот эти вот какие-то нюансы русской речи, опять-таки,
обсценная лексика, то есть вот мы, когда ко мне приезжает американский вот профессор, родственник, муж кузины, он бывает иногда в шоке, что мы ставим в эфире музыку, где может проскочить слово F-word, где-то вот, ну, для нас, вот для русского уха это абсолютно как бы, ну, мы не вслушиваемся, но он подпрыгивает, говорит, как, это же у вас звучит днем, смогут слышать дети, и вот, вот это отношение, которое вот для... как вот эта часть русского языка вами была освоена? Потому что в спектакле, кстати, вот в «Аутсайде» это звучит прямо очень, да. Это нагло и вперед, и как-то мы пользуемся всеми словами сразу, и это очень как-то... У меня такое ощущение свободы, потому что очень часто, конечно, это невозможно вот так просто открыться, говорить, кричать, орать. Я жил в общежитии, надо сказать. А это были первые мои опыты с русским языком, где как раз надо было выговорить какие-то мысли, надо было проясниться с этими людьми, и, конечно, там очень много матерных слов как-то вылетает туда-сюда из всех комнат. И это большая и очень колоритная часть русского языка, и это было очень как-то весело, на самом деле, выучить такие слова. Они действующие какие-то слова. Вот для меня the F-word и так далее, все наши слова... они как-то, ну, скорее всего, уже потеряли, они привычны мне, они потеряли какую-то мощь, а матерные слова должны быть мощные, там должны быть активность и действие, и русские матерные слова, конечно, это очень активные слова, скорее всего, поэтому я даже до сих пор про себя я матерюсь на русском чаще всего. Получается? Да, скорее всего, да. Потому что мы иногда даже говорим, что вот, тест вот, National Identity, вот роняешь что-то на ногу, и вот на каком языке ты выскажешься? Да, да. Ну, скорее всего, на русском, скорее всего. Да. Насколько сейчас, ну вот та ситуация, которая происходит в России, она, понятно, что вот Google-центр достаточно сложно переживал времена, когда Кирилл Серебренников находился и вот под домашним арестом, и вот насколько это не отвращает ли, не хочется ли уехать на родину именно вот по этим причинам, насколько кажется, вот будущее, есть ли у театра, который, ну, стоит в такой оппозиции власти, и прямо вот этот спектакль действительно он оппозиционен? Сложный вопрос, поскольку, во-первых, слово оппозиции не знаю. Я бы не сказал, что мы занимаемся оппозиционным делом. Как-то мы говорим о том, что нам важно. Мы напоминаем зрителей, что есть такие художников, таких писателей, которых как-то почему-то нынешняя администрация хочет как-то их не подняться или забыть про них и так далее. Мы пользуемся теми красками, которые... просто непривычные, но в этом и смысл, и работа художника вообще в обществе. Поэтому я бы не сказал, что мы именно занимаемся, мы политикой в принципе не занимаемся в театре, мы занимаемся искусством и поэзией, скорее всего. Вообще-то, мне кажется, этим и включается успех спектакля «Outside» именно на «Авиньоне», потому что я ходил по разным спектаклям там, я смотрел другие спектакли и представления других стран, и групп, и трупп. И как везде очень модно, и в Штатах, и в Европе сейчас, очень много социальных тем, мигрантов и так далее. Все эти горячие темы присутствовали везде. А мне кажется, у нас была очень успешная работа там, потому что у нас, скорее всего, поэзия, просто красота, человеческая красота и музыка, и все, и больше ничего. Место, кто-то очень, какой-то очень умный человек сказал очень хорошие вещи, я это запомнил на много лет, сказали, кажется, Павел Ругнев, уже, это его цитата, он сказал, типа, искусство – это не... способ – это цель. То есть, art is not the means, it is the end. То есть, ничего, не надо требовать от искусства ничего. Оно просто есть, оно существует, и все. А я это очень как-то люблю и ценю, скорее всего, в принципе, в театре, в нашем Google-центре и в искусстве Кирилла, и чем мы занимаемся там,
Потому что это как-то лишён как-то всяких политических смыслей и так далее. А если нынешняя администрация хочет на это смотреть, и нынешняя власть хочет смотреть на то, что мы делаем, и считает, что это как-то оппозиционное, это их дело. Они, наверное, имеют право на это считать это оппозиционным. Но я считаю, что мы политическим ничем не занимаемся, в принципе. Но, тем не менее, вот почему-то именно театр вызывает какую-то острую реакцию у власти, и такое ощущение, что вроде бы, казалось бы, ну, аудитория театра – это, ну, несколько сот человек, которые пришли в зал, но, тем не менее, бы, да. Да, но вот, тем не менее, вот именно театр почему-то очень вызывает нервную реакцию. Я не знаю, это удивительно, конечно, место, которое искусство и театр именно занимает, именно, мне кажется, в российском обществе. Да, потому что в Штатах нет такого, как-то театр, скорее всего, может, театр в Штатах просто лишен очень многого острова уже. Как-то, скорее всего, театр в Штатах для туристов. И как-то, в принципе, кажется, наша власть ничего не боится. Ты можешь делать все, что хочешь, обливать даже президента чем хочешь, как-то... В принципе, по барабану. А почему-то в России, я даже понял, можете меня поправить, если не прав, что даже в НКВД, раннем НКВД был специальный сектор, который отвечал за искусство, за то, что как-то показывает на общественных сценах и так далее. То есть уже давно в России складывается такая история, что власть следит за искусством. Да, что, это еще понимают, что, России, да, 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 они понимают, что искусство имеет какой-то вес, и люди смотрят, и эта информация будет распространяться, и как-то почему-то это превращается на уровне власти в страх. Вот страх. Страх, страх. Чего они боятся, не знаю. Почему? Ну, как-то это удивительно, конечно, и очень приятно, что, видимо, власть считает, что искусство имеет такой силой. Ну, для меня это как-то удивительно немного, что они вот так реагируют ярко. Меня всегда вот удивляло, что Россия и Америка, они кажутся, с одной стороны, невероятно похожими по, я согласен, по да. пространству, по какой-то религиозности. Да, тоже. Да, 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 да. Но в то же время вот и как будто бы они и совершенно разные противоположные страны. Вот может ли в каком-то обозримом будущем наступить ну, какое-то потепление отношений? Потому что кажется иногда, что ну, лучше всего понимают американцы и русские друг друга. Как ни странно, вот все эти года, даже целый век вражество, ну не вражество, а как-то вот идеологии, которые вроде как-то противоположны, противостоят друг другу, как раз у меня такое ощущение, что это сближает нас все ближе и ближе и ближе. И действительно, мне кажется, американцы и русских очень похожие люди, как-то занимают огромные какие-то пространства, огромные эти страны, оба очень религиозные, верующие страны, как-то в корнях, в своих корнях. Но я, конечно, думаю, что все, что сейчас происходит, это временное. В принципе, все, что касается политики, это временное. Между нашими странами уже давно такие волны тепления, охлаждения, тепления. Поэтому я только могу ожидать, что это будет, не знаю когда, но в ближайшем будущем мы в обратную сторону, конечно, пойдем. Потому что, мне кажется, мы нуждаемся тоже друг в друге. Невозможно, что две такие огромные... страны вот так враждовали, да, ну, да, 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 да. И все равно как-то вот, чтобы они оба существовали, как-то они оба нужны друг другу. Но с другой стороны, вот смотрите, как раз, по-моему, Рен Ханг родился уже после Тяньаньмэня. Он в 87-м году, а Тяньаньмэнь, ну вот как раз да, в это время. Было, да. Но с другой стороны, вот сейчас говорят ведь многие китайские власти, что посмотрите, мы проявили тогда жесткость, но зато страна не развалилась, страна пошла другим путем, мы не распались, как Советский Союз, мы, значит, вот, вот что, вот по-вашему, важнее, как бы идея, я не знаю, вот сплочение нации или свобода вот отдельного человека? Это экономически, ну, я не знаю, вот зато наша страна будет, вот мы первые в области балета, мы будем строить спутники, но при этом люди будут страдать, они будут жить очень бедно, они будут работать на эту идею. Или, может быть, мы не будем самой большой империей в мире, но зато люди будут, каждый человек будет счастлив. Ну, если цель действительно стать самой большой страной в мире, это или самой властной, или самой сильной, это уже как-то очень, я считаю, ошибочная позиция для любой власти. Так невозможно существовать как-то с желанием быть первым всегда.
Но мне кажется, все равно как-то где-то... Я, во-первых, весы, я всегда ищу этот баланс, и я хочу верить, что это возможно нам всем существовать как-то дружно в этом мире вместе. Правда, мне кажется, это возможно, и человеку хорошо жить, и страна оставаться хоть каким-то цельной какой-то. Потому что тоже нехорошо, как-то все распадается, скорее всего, на разных маленьких факторах. Да. А скажите, вы говорили вот о том, что действительно сейчас идет какая-то волна, скорее даже на национализма, когда каждая страна пытается вот сыграть, вот политики играют больше на такой волне национализма. Насколько на себя уже фокусироваться. Это и есть позиция нашего президента Трампа для меня и в Европе, и как-то, видимо, мы говорили. В Латвии тоже это как-то это и есть, эта позиция, и в России тем более. Хотя, казалось бы, ведь технологии сейчас объединяют людей, вот возможность знакомиться с людьми, общаться через границы, они, наоборот, сплочают, и молодежь, вот молодое поколение, оно вообще не понимает, то есть многие латвийские молодые люди, они уезжают в Европу, ну просто для них это не предательство Родины, просто я еду дальше, я хочу чего-то другого. Да, предательство Родины, это только в России встречал такое, моя семья не считает, что я предал США, потому что я поехал в Россию. Они понимают, что это как-то это приключение и нужная вещь. Да, технологии как-то сплошают, как-то люди становятся ближе и ближе. У меня такое ощущение, вот все, что как раз к теме временности, что я ощущаю, что все, что происходит сейчас с нашим правительством и так далее, это волна национализма, популизма. У меня такое ощущение, как не специалист вообще никакой, это просто мое мнение, что это... Все равно просто временно. И потерял свою нить именно в эту секунду. Ну что это временное явление, национализм это временное явление, и... Полностью потерял свою нить. Неважно, но самое главное, вот что сейчас вообще, как вы считаете, то, что происходит сейчас в Голливуде, бедный Вуди Аллен, которому там, ну вот, не дают работать тоже по каким-то, ну вот, старым там скандалам, движение MeToo, ну то есть вот какие-то такие вещи, которые... Я помню, что я хотел сказать, просто быстренько, просто да. Я такое ощущение, что это последний такой выдох с какой-то старой школы, какого-то старого менталитета, потому что действительно современная как-то молодежь и так далее, технологии сплошают людей, мы становимся ближе, и все культуры, как-то есть такое ощущение, что, может, мы даже сливаемся. И мне кажется, это повод огромного страха для многих людей, например, как Трамп, который тоже из старой США, из США 80-90-х годов, когда США был просто богатейшим, просто безбашенной какой-то страной, который просто правил вперед быть первым. Невозможно в современном мире так существовать больше, но он сейчас строит всю свою политику, свою платформу на том, чтобы мы вернулись к тем хорошим годам, когда США был богатейшим, лучшей страной в мире. Это «Make America Great Again», это его как-то ведущая фраза. Так что вот, просто я хотел бы... Другая тема. Вы говорили, что дело молодых, вот как раз актерство. И в театрах, по-моему, совсем недавно посчитали, что в московских театрах большинство худруков пенсионного возраста. Ну, условно говоря, Ширвиндт в театре «Сатиры», ну, была вот Галина Волчек в «Современнике», и Табаков, опять-таки, в «Амхате». То есть вот такое поколение, ну вот вдруг театр состарился в какой-то момент, вот огромное количество театров. Может ли случиться так, условно говоря, что Кирилл Серебренников уже, ну вот каким вы видите театр через там 30-40-50 лет Гоголь-центр? Насколько это будет театр молодых, или это будет что-то придет на смену? Не знаю. Сейчас как раз вот Московский театр меняется потихоньку. Там есть, к тому же, Кирилл. Только что Виктор Жаков стал худруком «Современника». Мне кажется, как раз меняется потихоньку. А что будет с этими, с нашими? Что будет с нами вообще через 40-50 лет? Я надеюсь, что мы все будем такими умными, что мы будем... отходить на задний фон и дать дорогу молодым. Ну, понимаете, в этом и все дело. Даже и нам придет время какое-то, и Кирилл придет время какое-то, и Ржаков. И нам всем придется в каком-то моменте элегантно отступить. Элегантно уйти с главного света, со сцены. И оставить эти места, особенно при власти, как-то в таких решающих позициях, другим людям, новым поколением. Это самое главное. И это только так можно дальше развиваться. Иначе просто губите.
Ну что ж, на самом деле, вот час пролетел опять незаметно. Один Байрон, да, у нас сегодня был в студии. Спасибо огромное за спектакль. Спасибо большое, за аутсайд. Спасибо.